Боже, оставляю. Но это тот же, держу в курсе. Поэтому он Нет. будет малиганить все, что нужно, не нужно. Ебать. Он ему бы еще знать, что нужно. Знать, что нужно? Ну. Ебать, ну услышь, тут можно сразу захуярить клерика, не? Да, так и будем. Не в плане забафать его. Да. Да. Надо было скайны сразу бафать, ну, 3-3 клирик. Чего? Ну, блядь, ну ты такой говоришь, сразу забафать, я тебе говорю, а ты такой, Да сразу бля, я забафать. имею в виду на второй ход, типа через лема. Ну, да, так и будем делать. Если на пилку нажмет. Бля, озенный стигадон. Ну давай рыбафа чё? Да. Ну да или нет, ебать? Бля, ты заебал! Да бафай, блядь, заебал. Бля, меня угрожают. Ну заебал угрожать, ну. Можно было вообще просто так бахнуть, но хз, двойка тоже не нужна, все нормально. Ну там блокер, наверное, да. Мы сначала хилим априори. Ну, в смысле, да нет, там не блокер. Ну попизди мне, блядь, ну туалет, блядь, ну слышь. Ну ёбаный Ну. трусивер теперь выебет, ну. Ну и похуй. Ну ёбаный валет. Бля, я знал, что ты не умеешь играть на присте. Ну пиздец, ну баребух читается, я... Да, зачем ему брать блокер? Просто Ну объясни. он баребух, потому что, блядь, теперь пизда нет добора. Ты понимаешь, что ты, если бы ударил, если ты бы забрал его по ушинам сразу и ударил, то, ну, насколько это глупо? Но мы бы сыграли блокера. Да, но ты бы его даже не убил потом, ты бы Мурлока на столе оставил, если бы это не был блокер. Ну и что? А я бы сыграл от Ну, блокера. Ну потому так он... что он читается легко. Это очевидно, что там трусиллер, но это, блядь, ферплей. Блядь. Акалита может даже Так ебануть. а если там воскрешение было, то это то же самое было бы, Может нет? Акалита ебануть, говорю, или что делаем вообще? Да, я делаю цветок, пусть 4-1 убивают. Красиво, красиво. Ну, человек Петрович не умеет на присте играть, понятно. Блокеры не играет. Наверное. Только хил 2-1. Ну да. Ну, этот ебаный Мурлиндзя может выиграть игру, чё. Но если ты сам не найдешь, ты справишься с этой хуйней. Это супер не очень круто. Ну, нужно находить что-то, я хотя. Ебать, он тут конченый, кстати. Находить нолик нужно. Ну, мурлоки говно. Нолик найдешь, все заебись. Что-то вижен? Да. Идет. А есть смысл вообще отдать поушен типа 2-2 в 2-2 и поставить просто кабала? Чтобы мурлоков не было на столе, наверное, есть смысл, почему нет? Троич. Как ты хочешь еще раз? Ну типа поушен отдать 2-2, 2-2 отдать 2-4 и Ну. поставить типа 3-4 в ВК в этого в бабу. Ну так тут по-другому и не сыграть. Нормальный плей, по-моему. Да. И бабу бафами. Сверхплей, сверхплей, да. Ну тупо, Ну наверное, погоди, трейд а хил. что делаешь? Shadow Vision делать сразу. Ну что мы можем Shadow Vision найти, к примеру? Ну, ничего мы, наверное, не можем найти. Удвоение, но оно нахуй не нужно. Можем один сайленс отдать на 5-2, правильно? Это не есть смысл. Ну, поэтому тогда я предлагаю просто поставить бритвалиста, затрейдить кода, сделать хил и сделать сайленс на... Да нет, надо, наверное, сайленс отдавать. Вариантов немного. Ну, блядь, я, блядь, не знаю, но мы проиграли из-за того, что тогда не сыграли от того, что я тебе сказал. Ну, пизду. Это был слишком очевидный, блядь, плей. Если бы ты мог потом добить Мурлока, может, это было бы нормально, но ты не мог его добить. А если бы он поставил вот этого животное, что бы ты тогда сказал? Да. Молчал бы. Ну, я не знаю, как просто выигрывать. Никак не выиграть. Анекдот. Да Хотя... по-любому... Ну, сайлов, наверное, не отдаю или отдаю. Наверное... Нет, нет. Нет. Ну, блядь. А, ну вот что, бафай что. Сайлас, два бафа, я хз. Да.
Можешь и... А чё ты единичку? Да, окей. Ну, не хватает. Ну, можно еще одного Шаркуна найти и захуярить его. У него Штарима нету. Алдор у него остался. Ну хуй знает, как он будет пробивать эти существа. Можем камбэкнуть, блядь! Как же он чистит. Ну, кстати, мы можем выиграть, если сейчас Шакуна на это вин, да? Что нам нужно для вина здесь, Троич? Так, хз, у нас, по-моему, и так вин. Что-то мне подсказывает, что пока нет. Романт нужен какой-нибудь сейчас. Нормально. Я думаю, даже таунт бафаем тупо, не? Ну, таунт бафаешь, а приравниваешь хп этому вольту, да. 18 хватит. Кого мы хилим обилкой? Наверное, таунт, да? Таунт, да. На, блядь! Хилим таунт. Мы будем убивать 3-2, чтобы 2-6 выпало? Наверное, да. Да, убивай. Тупо мы идем за ним, блядь, и мы не уйти. Знаешь, типа в Outlast, когда бежишь, блядь, и типа эти челики за тобой, за окном, и знаешь, как будто эти два, блядь, два шаркуна за окном, блядь, ждут. Только шаркуны за окном. Nice trade. Баребу, блядь, консидай, нахуй! Я иду за тобой. Иду пиздить. Ну, очевидно, что мы хотим таунта принять меньше хп, правильно? Ну да, да, тут по-любому один трейд. Ну, он еще выживает на столе, заебись. Мы идем за ним, блядь. Знаешь, типа, когда ты, у тебя остается мало времени, эти челики уже дверь выламывают, за тобой. Мы как эти, помнишь, когда под домом ползешь, и у них реально ебучка? Да-да-да. Там сверху вилу тыкают. Типа, помнишь, там, типа, ползешь, да, вилу, да, чуть... Ты разворачиваешься, у него лицо просто как будто он, я не знаю, не ползет за тобой, там, убить, а просто, знаешь, работает. Блять, пиздец. Фух. Ну, это плюс мораль, кстати, выиграли тупдеком. Хуй была Эвольф Шаман. Симс Гуччо. Симс Гуччи сказал попутчи. Слэм Тонгу проиграть. Слэм Тонгу нанес 4 урона, мать ебал. Слэм Тонгу этого ебаного, блядь, чтобы его нахуй из игры удалили навсегда, пизда просто. Мусор ебучий, блядь. Ну что за хуеда, нахуй ты вылез в этой игре, блядь, играешь в нее, пиздец. Жизнь представляется очень сложной. Большинство из нас время от времени ощущают тревогу. Большинство из нас время от времени бывают подавлены. Я уже подавлен. И во многих случаях таких перемен... Ну все, минус стрим, удачи всем. Прошу прощения, но вы горите. Я горю. Мои друзья, девушки, это Голливуд! Пуш какой-нибудь. Новый рассвет. Что-то мне! Ах ты, пидор, вылез, блядь. Функционировать на свечку, да? Ну, все равно сможет эволюцию кинуть, окей. Я несу жизнь и в этом шамане хил не играется за два хода, два. Играет, это фейс-шаман, что ли, вообще?
Что за залупинск? Он из моих джунглей! Не, что хил нашел, пидор, блять. Нормально.